Ого, панда, 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 панда! Здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэн, Resident Evil 6. Я Давонг, со своим прекрасным арбалетом, который, я надеюсь, спасет нам жизнь в этом злосчастном эпизоде, потому что, да. Я очень боюсь этих ребят. Вообще, они вроде должны... Ага, ручная граната. Не просто так. Они вроде должны как-то привстать. Да, кто бы это мог быть? Слушай, ну теоретически, раз тут были Леон и Елена, то может как-то это самое... Probably shouldn't touch it. Точно. Может быть, как бы на нас никто не будет нападать. Мне кажется, это было бы честно. Вообще, кстати, вот эти штуки, я что-то так припоминаю, их как-то можно было использовать. То ли стрелять в них, чтобы они током вот этих уродов били, то ли что-то такое. Я, честно говоря, не припоминаю. Может быть, кстати, и жирных можно было так убить. Ну вот, понимаете, вот беда, когда проходишь сценарий за аду через хрен знает сколько. Ну-ка, дай-ка я попробую выстрелить у него. Может, это как-то сработает? Точно. Понятно. Так, если что, арбалет у меня это наверх. Хорошо. Я не хочу что-то сюда спрыгивать. Я понимаю, что я сейчас в обход пойду, но... Я лучше пойду в обход. Я боюсь лишний раз что-то куда-то прыгать. Может, еще что по пути найду, что пропустила первый раз. Я же могу. Чуваки, ребята, не надо вставать, пожалуйста. Хотя, мне кажется, вот они как раз-таки не встанут, потому что здесь... Ой, блин. Лаборатория. Это, кстати, по-моему... Да-да-да, это, по-моему, та лаборатория, где Леон узнал правду много интересного. Слушай, а вот мне, наоборот, по-моему, придется вот с ними столкнуться. Мне не просто так дали гранату. Вот что я вам скажу. Ой, не хочу. Ой, не надо. Блин. Господи. Ну, конечно. Классно. Привет, жирная тварь. Зачем спиной к этому стоять? Не в ту... Куда ты тебя понесло? Я говорю, вот их плющит. Ты бежишь вперед, она... Пристает к первому же предмету. Не надо. Черт за дело, да? Ну, как бы стоило ожидать, женщина. Я еще и промахнулась, какая прелесть. Да вот что ты делаешь? Вот... Ох, как меня это бесит. Вы видели, вот прям при вас было. Бежала вперед, она примагнитилась к этому долбанному. Ну, полежи на столе, давай. Ох, как меня это бесит, кто б знал. Отвали от меня, ради бога. Вообще-то им трех хватало. Я даже вставать не буду, у меня здесь замечательно лежится. Еще один, может быть. Он еще, кстати, один идет. Слушай, а прикольно, слушай, удобно. Где ты есть-то? Там еще один. Тоже женщин, пора вставать, нет. Побежал и хватит. Ой, как меня. Ну вы видели, короче, да? Вы же видели. Еще слева, кстати, один. Слева и сзади. Хороший вопрос. Многовато, многовато их, ребята. Быстрее, женщина, пожалуйста, не тупи. Хорошо, что их задевает вдвоем, а? Слушай, это прям идеально. Умер, да? Да? Все, пожалуйста, скажите мне, что все. Господь, ты же всемогущий.
Дождь, действительно. Как меня это... Вот просто вот... вот ох, зачем было так делать? Я не знаю. Я понимаю, для пригра... Для при... Ох, короче, вот... вот ох, я не знаю. Вот сейчас... Видите, я... Нет, сейчас не получится. Я слишком устала. Короче, я пытаюсь. Я уже, знаете, специально направо чуть-чуть мышку веду, чтобы она вдоль стенки бежала. Что делает она? Она бежит и хренак налево поворачивается и давай на стойло забираться. Зачем так было делать, господи? Как у меня бомбит иногда с этого управления. Вот где мне искать лечилки? Как жить-то в таком мире? Чекаешь, кстати, можно было, наверное... Хотя нет, ну так удобно. Слушайте, прям разрывные эти самые очень сильно выручили. Прям спасли только что, потому что я не представляю, что бы я без них сейчас сделала. Так, давай вернемся назад, может там что подберем. О, кстати. Слона-то мы не заметили. Блин, бесит, очень сильно бесит. Слушай, а у меня... У меня есть там... Ух ты ж, твою мать, дебилка. У меня грёбаных 9 таблеток, ты понимаешь? Я их в упор не видела. Ну ладно, мне прощается. Я забыла местный интерфейс. Он здесь, честно говоря, не очень удобный. Как по мне. Он, ну как, не то, что очень удобный. Я помню, еще когда с Карном играли, путались постоянно в управлении. Она немножко запутанная. Вот, кстати, это лаборатория. Я, кстати, наверное, сейчас очень зря полечилась. Мне кажется, сейчас будет конец головы. Я сейчас таблетки просрала все. Ну, кстати, да, скорее всего. Ой. Ну ладно, будем считать, что я без хилок справилась с самого начала головы. Днем рождения Ада Вонг. Ох уж эти видеокассеты. Пардон, если вы это слышали. Looks just like me. No wonder Leon is confused. Yes, it was quite revealing. How do you mean? Well, correct me if I'm wrong, but isn't it you on this tape, Ada? You're the one behind Neo Umbrella. I... don't know what you're talking about. Simmons would never be foolish enough to show his cards. He and his family want one thing. To stabilize and sustain the system they've created. But you... you want to destroy it. And the world will blame you. If she wants a game, she'll get one. With the real Ada Wong. Боже, только не говори мне, что мне сейчас на время придется убегать. Вот как она звонит, если там даже не видно? Let's ditch the pleasantries and get right to it. That little doppelganger you brewed up just told me she has her heart set on destroying the world. What? Looks like the race is on. Блин. Let's see who comes in first. А, это ты 2 минуты выходила из этой комнаты? Ой. Ну, блин, я так и знала, что сейчас будет окончание главы. Да мы поняли, можно тюкнуть уже вперед. Ой. Так, ладно. Окей, давай дальше. Кстати, вот насчет вот этих всех прелестей. Можно было бы себе 3-й набор
поставить... Как там это делается? А, можно и так даже делать, нифига. Защиту ставим по умолчанию всегда. А пробивание усиливает пробивающие свойства огнестрельного оружия. Вот... У меня второй уровень есть. Тут у меня вообще ничего нет, да? Скорость восстановления. Ну да, вариант. Уж что бы взять-то, кстати? Аптечка. Подожди. Ближний бой. Ну... Вряд ли мне это сильно пригодится. Это тоже нафиг не надо. Охотник на зомби. Против зомби. Ну, зомби это зомби, а Джаву это немножко другое. С другой стороны, можно было бы взять, если будут какие-то зомбарылы. Просто менять набор. Быстрая перезарядка. Нахрен ее. Шанс выпадания предметов. Вот я бы его, кстати, взяла. Но, мне кажется, это того не стоит. Наверное, не знаю. Командная работа тоже нафиг. Полевой врач. Позволяет партнер. Понятно. Не позволяет партнеру. Вот зачем вот это надо? Объясни мне. Не позволяет партнеру помогать вам, когда вы в беде. Зачем это? Для кого? Больше патронов к автомату. А это уже открыто, вот не могу понять. По-моему, да, да? Ну да, цены-то нет. К магнум, к дробовикам. К винтовкам. Давай. Пригодится. Больше стрел. Господь, ты ж всемогущий, да. Так. В принципе, пробивание. Пока что вот это поставим. Если что, потом на Джаву переключимся. Так, я все. Подожди, нет, нет, нет. Подожди. Все, я все. Давай, дальше. HQ, this is Alpha Leader. I need a location on Ada Wong. This is HQ. We've got the location for you. Ada Wong has left the city and is heading south for the harbor. Зрячие ребята у нас. Так, сейчас. Ada Wong is heading south for the harbor. They're throwing a party for me, and I'm not even there yet. Подожди за минутку, дай мне понять, что я хочу. Джаву сейчас рнут. Крит или пробивание? Давай, пускай будет, да. Пускай будет пока что пробивание. С критом мы уже походили. Так, тут что-нибудь есть? Здесь на панде дадут покататься? Надо будет проверить. Сейчас перезарядочка массовая. Блин, вот не надо было лечиться. Подлечилась прямо под конец головы. Все таблетки просто... Ой, дебилка. Зачем? Вот просто зачем я это сделала? Кто-нибудь объяснит мне это? Так, ладно. Что-то я бегаю так смело. 8. Так, давай пока что с полуавтоматом нашим походим. Явно нет. Плюшек тоже что-то мне не видать. Ох, этот чертов Китай. О-хо-хо, панда, 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 панда! 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 Я хочу панду. Давай. Ну нет, ну ада, ну панда, ну ты чё? Ну хоть горка, ну... Ну, слава богу. Так, а панда, почему не... Нет. Почему нет-то? Вот как-то Пирс и Ада, они не очень. Да, по панде. А вот Крис, у него это, наверное, с детства пошло, я не знаю. Она только в одной анимации будет это делать, да? Ну да, в принципе. К черту Джава, к черту клона Ада Вонг. Я панда. Ой, ну ладно. Немного радости в мою страшную жизнь.
Подожди, за-за-за-за-за. Ку-ку-ку, за-за-за. Ауч. Окей. Так, тут ничего. Очень жалко. Ручная гранатка. Тихо. Чё ты тут лежишь? А, это обычный. Ну, в смысле, нормальный человек. Простите, дядя, я в вас споткнулась. Хотя она об всех спотыкается. Так, ладно. Спасибо, мне это сильно помогает. Kind of нет, нет. Идите нахуй. А я могу обратно? Дядечка? Ах, скотина! Да идите вон. Блин, я... а они главное бегут, я их не вижу из-за этого мыла. Будь оно все. Меня, по-моему, только что что-то убили слегка. Женщина. Отлично, просто потрясающе. Это самая тупая смерть, по-моему, в моей биографии. Хотя нет, были тупее. Но это пипец какой-то. И вот из-за того, что я их не увидела издалека. Я смотрю, кто-то бежит. Я думала, она говорит про тех солдат. Ну, в смысле, они там просто убегают дальше. Нет, это оказались эти уродцы. Так, где второй-то лут? О! Вот это чертов рандом проклятый, да? Вот это да. Можно я еще раз умру? Мне это полностью устроит. А я не могу обратно запрыгнуть. Я бы оттуда их отстреляла. Так, ладно. Хорошо. Ох, как неудобно. Бежите. Ай, твою Машу, женщина. Тут таких красивых-то будет. Так. Прям даже и не знаю. Побегут они, не побегут. Издалека, в смысле. Вообще, конечно, хорошее место для того, чтобы они бежали издалека. Надо прислушиваться. И присматриваться. Чтобы издалека выносить. Я все это ненавижу. Можно чуть-чуть, знаете, вперед забегать, активировать скрипт, потом валить назад. Конечно, давай смотреть, как они. Блин, я думал, он побежит, он взял и остановился. Да что ты прикрываешься-то? Не надо! Что ты встал-то, господи? Вообще, конечно, я расточительствую. Снайперку тратить на ближних врагов. Это, конечно... Просто я точно знаю, что со снайперки в голову они точно умрут. Это расточительство. Бери на будущее, слушай, пока оно по скидке. Так, куда мне? Боже мой. Ну, я понимаю, что мне туда, но как-то... Где-то повернуть или запрыгнуть с твоей мегаспособностью. А, вот. Я вижу деревянный ящик. Что-то как-то странно получилось, ну ладно.
Изыди. Я тебе говорю, пошел вон. Вообще окончательно пошел вон. Да шо? Я же говорю, снайперка тащит, блин. Иди нахрен. Вот точно, вот попадешь в голову, она точно сдохнет. Кто там болтает? А? По радио там балакают? Ой, блин, стой, ненавижу. Тихо, подожди. Что есть? Не густо. Не, подожди, давай повнимательнее. Ну, врать нет, да? Ой. О, прости. Так, ну мне очевидно сюда, я уже даже слышу. Ты откроешь дверь сам? Или пока я не открою, ты не сподобишься, по всей видимости. Так, ладно. Даже не знаю. Ох, ада! Пожалуйста, наведись на эту долбанную стенку. Вот зачем это было делать? Ох, тут, конечно, не самый удобный выход из-за угла. Вот как бы вот... Просто почему она не... Как-то неудобно сделано. Изыди. Другу свою с собой забери. О, как я ненавижу это все. Да что ты не стреляешь-то, женщина? Ты же умеешь стрелять лежа. Это тупо, блин. Я сжала несколько раз и на прицел, и на выстрел. Хоть бы хны вообще. Где? Где моя прелесть? Чуть промазала в панике. Вот понимаешь, вот все. Все, проблемы все решены. Ох, как меня бесит это все. Так, где там урод последний? Ау. Ох, сейчас я прям ворвусь и в щи ему дам. Надоел он мне. Я тебе сказала, ворвусь и в щи дам. Ты встаешь? Не стоит. Джаву? Какого дешева? А, нет, ты сдох уже. Все нормально. Ящерица, блин, нахрен. Слушай, я про вас и забыла уже. Что вы тут такие есть. Так, ладно, тик-так спасает нас. Подожди. Да, все-таки, конечно... Не, как сказать, подставляет иногда управление. Вот опять же, меня опрокинули раньше, опрокинешь тебя, лежа стреляешь. Но срабатывает, что я делаю? Черт. Но срабатывает это, честно говоря, как-то через раз. То же самое, бежишь, хочешь оббежать стол, она берет на стол и лезет. О, это, конечно, боль. Ну ладно. Не самое кривое управление в моей жизни, поэтому... Нормально. Всем можно привыкнуть. Здесь просто, видите, сделали много, как сказать, функций, способностей, но наложили на одни и те же кнопки иногда одно и то же, на одни и те же действия одно и то же. То есть и бег, и перепрыг через какие-то... А чё они все полуголые? Хотя это Китай. Блин, опять ты. Ой, твою мать. Как-то странно сейчас это вышло. Да как я же стреляла? Вот, блин, вы видели, куда я стреляла? Я прям в него стреляла. И хоть бы, блин, что ему. Да куда тебе стрелять-то, чтоб ты сдох-то? Да чтоб твою Машу. Вы видели, вообще не проходил урон. Он просто насквозь стрелял. Он, почему он? Она, снайперка, стреляла насквозь. Это как, это нормально?
И потом говорите мне, что это я криво играю. Два раза попала прям в яблочко. И хоть бы что вообще. Ой, бесит, конечно, такие моменты. Очень бесит. Вот только я сказала, ко всему можно привыкнуть, а потом вот тебе берут и твои две замечательных потрошки просто в молоко. Так, подожди. Нет, я не хочу туда. Это бесит, и это обидно, и вообще это неправильно. Нельзя так жить. Файлы, фигурки. Вот нахрена оно мне надо? Ой, что я делаю? Так. Слушай, а где там... Тихо, подожди, 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 подожди. Вот оно. Слушай, а что это я не комбинирую тут нифига? Единственное, но... Я не помню, что вот с этой травой делать. Ее так есть или ее в таблетке можно переделать? Реально не помню вообще в упор. Подожди. Назад комбинировать. Нет, скомбинировать уже... По-моему, ее просто ешь. И все. Или нет. Ой, чтоб я помнила вообще, как это делается все. Да не спотыкайся, тихо. Так, чтоб мне такого взять-то, что... Господи. Ой, идите вы в жопу. Сейчас она убежит меня где-нибудь. Ну, где ты есть-то, ну? Ну, иди сюда. Я не пойду туда, я все. Я не так не играю, это нечестно. Что-то он там бегает, истерит. Ты идешь сюда, нет? Так, вот твоего друга я вижу. Но тебя я хочу убить быстрее. Ты идешь, нет? Сейчас справа как зайдет, вот, вот смешно будет. Так, ладно. Вот где оно? Что это было? Вот как? Как? Понимаешь, я уже специально проинтуичила это говно и специально встала подальше. Вот сейчас я тебя вижу, стой, сволочь. И все равно оно каким-то хреном, блин, меня задело. Вот сейчас попадает урон, спасибо. Только мне это, блин... Ах. Как меня это бесит. Нафиг не нужно. Из-за ради бога. Ах, вот ты как это сделала. Ладно, каюсь. Я-то думал, где ты там носишься, а ты сверху. Вот сволочь какая. Я не знал, что они так умеют, слушай. Я слышу, звуки идут какие-то. Я думал, ее плющит где-то. А она вон что делает. Ну да, ее плющит, в принципе. Так и есть. Блин, вот как только я сменила, блин, на пистолет, ты решила вылезти отсюда, да? Игра меня не любит. Вообще не любит она меня. Сейчас еще каких-нибудь тварей повылезает. Ой, господи. Вообще, конечно, самое оптимальное, конечно, кидаться в них этими болтами. Тихо, подожди. Болтами разрывными, чтобы им прям всем пусто было. Но они таким образом, я думаю, очень быстро закончатся. Съесть, не съесть. Хотя... А, вот же как это делается, точно. Ох, ты же вас, Господь, ты же всемогущий. Точно, я же помню, как это можно было. Я смотрю, окей, думаю, ну окей. И чё, окей. Ой, господи, да, конечно, тяжело в инвентарь вот это возвращаться после седьмого резидента с этой динамикой. Ладно. 20 тысяч смертей, и мы уцели. А вот как тебя убить, чтобы прям хорошо мне было? Ещё, конечно, я что-то погорячилась, по-моему. Я ж... Классно. Эх.
Нет, ты упала, что ли? Тихо, не надо так. Да изыди ты, господи. Ой, сейчас таракан этот долбанный. Так, иди сюда, сволочь. Вылупляйся, давай. Ау! Тебе не хватит одной? Скажи мне, что тебе хватит одной. Нет, сволочь. Двух ты точно должно. Точно. Так, ладно. Давай сперва там посмотрим. Потому что мне туда куда-то. Дяденька, почему арбузы? Еще? Из одной штуки вторая? Два стебельца, что ли, упали? Это нечестно. Или мне только мне так кажется. Что за бесконечный респаун? Говна в природе. Что вообще? Это нечестно, по-моему, сейчас очень было. Так, ну хоть так, ладно. Что-нибудь тут можно посмотреть? Вроде не сложно, но при этом, блин. Что-то вечно идет не так, как я хочу. Где за это самое? Ой. Такой маленький, вот, понимаете, промежуток. Топтаться просто на одном месте из этих тараканов. Ух ты ж, твою мать, это как вообще работает? А, да ты смелая женщина, конечно. Вам сейчас придется бежать, да? Очень сильно куда-то бежать, 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 бежать. Куда-то, женщина, беги. И куда сейчас? Хоть куда-нибудь уже давай. Что-то ты как-то непонятно бежишь куда-то. Женщины, беги, пожалуйста. Я не знаю, я просто что-то делаю. И оно делается. Женщина, пожалуйста, бежим быстрее, я нас убью сейчас. Еще эта камера упоротая, блин. Я помню, у меня от нее бомбило, когда мы за Криса и Пирса играли с Карном в порту в этом долбанном. О, где, вот где бомбежка-то была. Товарищи, быстрее, быстрее, женщина. В какую сторону, господи? Ты не можешь на какую-то более... Спасибо. Как ты это делаешь? Слушай, это магия какая-то. Короче, на пирсе... Там адово, конечно, неудобно было. Так, подожди. Вот они меня так наводят обычно, а внизу могут стоять коробки при этом. Мне это расстраивает. Ну ладно. Ну то, что он тут стоит, как бы намекает, что мне так и так придется его убить, да? Патронов, правда, ни хрена. Я же слышу еще. Вон они, красавчики. А вдруг мне их не нужно? Ага, конечно. А наверху что тогда? Это я типа обойти их смогу, да? Ну дай бог, конечно. Ага, конечно, обойти их смогу. Твою. Ну хотя ладно.
Я же нигде здесь не смогу зацепиться. То есть поверху мне не дадут пройти. По-любому. А это, наверное, чисто, чтобы я посмотрела, сколько их там и где они, да? Хотя вот тут вот могу. Хотя нет. Нет, я могу их обойти. В принципе, здесь на этом все и построено. Дробовичок я все-таки возьму. И куда я спрыгну? Ага. Допустим. Так, ну спрыгну я. И чё? И... А, ну в принципе. Как-то они тупят. Не то, чтобы меня это не устраивало. Твою мать, они мне сейчас подставой будут, да? То есть я их не убила. Теперь мне и его, и их. Я так и знала, что стоило их убивать. Так, где там мой лесинг наверх был? Я так и знала, что их нужно убивать. Вот я чувствовала жопой просто. Не бывает просто так ничего такого. Ой, твою мать. Твою мать, еще раз, да. Не в ту сторону, женщина. Ой, чтоб тебе пусто было. Я вам еще раз промазала благополучно. Хотя я его задела. Наверх, 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 пожалуйста, пожалуйста, женщина. Я тебя умоляю. Он умеет, интересно. Да, он умеет. Какая досада. Где ты есть-то, господи? А, ну отлично, конечно. Почему бы и нет? Ух, иди нахрен, а? Шел бы ты лесом. Спасибо. Попала хоть, не пойму. Ну, с какой стороны, ну? Да чтоб твою. Чё ты такой хаотичный в своих движениях? Ох, как... Вот, вот сейчас я рада, то, что управление стормознуло. Прям даже счастлива этому. Так, слушай, на него вообще-то работает, а? Ой, нет, 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 нет. Черт. Ну где ты есть-то, ну? Под ребро тебе. Неужто? Эй, идите вы нахрен. По хребту вам, господи. Вот это сейчас подстава была. Иди ты в жопу. И друзья твои пускай тут даже идут. Охренеть, ребят, вы чё? Сейчас под это самое. Не, я хочу их на самом деле поубивать, потому что с них что-нибудь повыпадать может. Чё ты такой быстрый? Слушай, прям как в этих самых. В ходячих мертвецах не хватает такой музыки соответствующей. Слушай, вы так хорошо ползете? Слушай, по-моему, с них ничего не вываливается. Не, вываливается нормально. Так, господа. Ха! Классный дробовик. Идеальный просто. Тупее дробовика не видела.
Вообще, конечно, сейчас, по-моему, очень сильно расточительствую. Ой, слушай. Ах. Ну, конечно, почему бы и нет. Ах, черт, нужно было дожать до нужного момента, но... Да сдохни ты, господи. Просто обидно на них тратить, когда их можно затопать. Правда, пока их затопаешь с таким неадекватным поведением. Всего? Больше потратишь, чем получишь. Ну, ладно. Хотя, в принципе, не, их не обязательно было убивать. Он их сам замечательно убил. Это, в принципе, и так уже понятно, но что-то... Надо же было когда-то эту мысль озвучить. Так, тут больше ничего не осталось. Так, давай пока перезарядим все. Что прям хорошо было. Наверху-то там вроде ничего не было, да? Тут все замечательно. Ой. Ну давай, ладно, по умолчанию поставим это. Внизу, если что, дробовик, наверху арбалет. Не, арбалет, конечно, просто мега топ. Подожди. Не дают осмотреться. Черт бы их побрал. Ох, не нравится мне. Чую, сейчас жопа какая-то будет. Поэтому давайте мы здесь остановимся, в общем-то. Ой, да. Я не знаю, есть ли смысл что-то говорить. Ну, слава богу, что хоть с этим мы справились с первого раза. Ой, ладненько, ребятки. Закончим здесь. Если вам понравилось и знаете, что делать, не забывайте про группу ВКонтакте. И до встречи, в общем-то, в следующей серии. Посмотрим, что готовит нам эта страшная жизнь. Все, ребят, до встречи.